Я думаю, вы догадываетесь, где я. Я в любимом сквере Тимура Ханова. Он приходит сюда постоянно, становится под окна мэра и грозит ему пальчиком, указывая на состояние памятников вот этого панно «Мужество вашей доблести». Прекрасное панно. Прекрасно. Вот этот памятник. Все это объекты его пристального внимания. Все ли здесь так плохо? Тимур постоянно намекает на то, что нужно все здесь отремонтировать. Все находится в ужасном состоянии. Ну давайте посмотрим, что именно находится в ужасном состоянии. Кроме одной дорожки, все остальные здесь засыпаны дроссевой, смесь песка и глины, что, в общем-то, я считаю правильным. И, боже упаси, это исправить. Как только здесь появится асфальт, сюда стянутся все любители роликов и трюковых велосипедов, и вот этому уединенному месту, очень спокойному, тихому, придет конец. И тогда уже Тимур Ханов сюда будет заходить с большой опаской. Потому что здесь сложится своя культура молодежная, которого волосатого дядьку с мобильником на стабе будет воспринимать как чужого. Пока этого нет, и слава богу. Вот такое вот покрытие сочно-глиняное, оно спасает это место, этот сквер от вандалов. Ну да, здесь вот наши доблестные любители расписать стены периодически что-то пишут. Ну это пусть не сразу, но восстанавливается, закрашивается. В общем-то большой беды в этом нет. Главное, чтобы не ломали. Знаешь, что-то ломают? Ну, я бы не сказал. Теперь вот этот памятник. Памятник 20 января 2020 года. Здесь похоронено 104 политических заключенных, зверски замученных колчаковцами перед отступлением из города. В числе похороненных Романов, первый председатель Новониколаевского большевистского совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Да, что все не ухожено, я не скажу. Здесь высажены цветы, это прекрасно смотрится. Подстрижена травка. Памятник, как известно, бетонный. Бетон, конечно же, это не гранит, он не вечен. Он рано или поздно где-то трескается, осыпается. Но я не вижу большой проблемы это восстановить. Здесь действительно есть какой-то упрек мэру и предыдущим мэром, которые, ну скажем так, даже косметикой этого памятника не занимались. И это плохо. Памятник красивый, но отдельные фрагменты уже выпадают. Такой ремонт, я думаю, ну не дороже, как ремонт крыльца мэрии. И это действительно, ну скажем так, позор. До центра города можно было найти это, там, ну, десятки, может, тысяч рублей, ну, может, сотни, на то, чтобы привести все в порядок. В остальном, ну, памятник как памятник. Я разрушений особых не вижу, и истерики устраивать смысла тоже нет. Сейчас мы подойдем, посмотрим. Остальные
Я как-нибудь хочу прийти сюда с Агриколянским, с Алексеем, с нашим скульптором известным. Вот, и чтобы он своим взором оценил состояние панно и сквера. Я думаю, его образование и его слово, оно весомое. Образование позволяет делать какие-то выводы и рекомендации. Насколько я знаю, я не сильно вдавался в историю этого места. Но, насколько я знаю, здесь могил как таковых нет. Это все памятные такие, памятные изображения. Скульптурные. Известным людям, героям революции, гражданской войны. То же самое. То, что сделано из гранита, оно сделано прекрасно. Тоже проблем никаких не вижу. Цветы высажены, все чистенько, ухожено, прибрано. Вот. Найти такое местечко в центре надо еще поискать. Вот вроде как вот здесь реальные могилы, и там возле памятника тоже, по-моему, есть одна или две реальные могилы. Да, Серебренников. Вот там я прошел мимо памятника, а здесь уже могилы Горбань и Петухов. Прекрасное местечко. Очень не хотелось бы, чтобы здесь катались роллеры, велосипедисты ставили свои трюки. Ну, правда, вот ребята совсем уже безбашенно практически убивают основание памятнику Ленина на площади, и никто с этим ничего поделать не может. Хотя это удивительно, достаточно одного милиционера и... А, полиционеры, извините, для того, чтобы все это разогнать. Но как-то вот пока не получается. Вот. Проговорил про полиционеров, они тут как тут. Бдят. Получается, что, в общем-то, сквер в неплохом состоянии. Но подвести немножко еще, подсыпать дорожки, там, где дожди размыли. Вот. И больше особых проблем я не вижу. А есть еще одно, с чем бесконечно носятся уже несколько лет. Это сделать проход сквозь сквер сквозным. То есть они иногда вот открывают вот этот боковой проход. Сейчас он закрыт, там висит красный замочек. А, ну вот Щетинкина. По-моему, здесь тоже, по-моему, реальная могила, но я точно утверждать не буду. Все же я не краевед. Но боюсь, что если сделать здесь сквозной проход, то это будет такая же беда, как запустить сюда роллеров и велосипедистов. Здесь будет проходной двор. Все-таки вот умение создать в скверике уютную атмосферу многого стоит. Пока это удается, мне это нравится. Но Тимуру нет.
Так, где-то там вот здание мэрии, окна мэра Локтя, Анатолия Локтя, который сейчас должен с ужасом смотреть на человека с камерой и представлять, как завтра все это появится в интернете. И еще один процентный пункт упадет в его рейтинге. Да нет, конечно. Мэр это не должно трогать, по большому счету. Есть специальные службы, которые этим занимаются. И я считаю, что нужно не ходить вот так, как я сейчас хожу с камерой, тыкать пальчиками, потом как хайп выкладывать все это в интернет. Я считаю, что нужно, если прям болит душа, как говорится, и есть реальное предложение, что нужно сделать. Нужно идти в соответствующие комитеты мэрии, встречаться с людьми, разговаривать, ну, если ты хочешь результата. Вот, и добиваться, чтобы это делал. И любое обращение в такие комитеты, к любому должностному лицу, конечно, не стоит начинать со слов «доколе», «сколько можно», «и вы там хлеб зря едите, просиживаете брюки». Нет, конечно, все нужно делать с уважением. Чиновники тоже люди. Если ты к ним начинаешь по-хамски относиться, у него есть прекрасный механизм, у любого чиновника в любой стране, в любом городе, в области, есть прекрасные механизмы сделать все по закону, но при этом ничего не сделать. И это нужно тоже учитывать. Я услышал очень адекватное отношение к чиновникам от бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, который, когда попал на должность, прошел на должность мэра, первое, что сделал, публично извинился перед бывшим мэром, потому что очень скоро смог оценить тот объем работ, который ему предстояло выполнить, и свои же собственные притязания к этому мэру, которые он, будучи еще вне структуры, ему предъявлял свои претензии. Вот. И все тот же самый Евгений Ройзман на одной из встреч несколько раз повторил: чиновника нужно уважать. 90%, насколько я помню его цифру, там людей нормальных, трудолюбивых и болеющих за дело. Не хамить. Нужно, ну, если тебя действительно что-то видишь непорядок где-то, нужно прийти и сказать. А можно сделать по-другому. Можно походить с камеры, снять вот ту вот обвалившуюся штукатурку, раздуть это до небес, но при этом не сказать ни слова самой мэрии. Ну, можно и так. Только результат будет нулевой. И тогда возникает вопрос: ты реально болеешь за этот сквер или за какое-то другое дело? Или тебе важно было хайпануться? Тимур, без обид. Ну, пожалуй, все. Выхожу на асфальт. Здесь уже важно, чтобы тебя не сбили какие-нибудь мелкие хулиганы с досками. Вроде никого нет. Прекрасное место. Очень люблю его. Вечером здесь можно бесплатно подкрасться и послушать летнее выступление каких-нибудь оркестров, групп, вокальных коллективов. Вот там, видите, это внутренний дворик дома Ленина, филармонии наши. А здесь вот место для халявщиков. Вход 300 рублей. Халява бесплатно.
Скоро они уже начнут выступать. Можно будет что-нибудь снять. Это на открытом воздухе. Интересно, пойду посмотрю, кто сюда. Ну, а для тех, кто не в теме, можно посмотреть, что здесь происходит. Сегодня среда. Сегодня вечер джазовой танцевальной музыки в Big Band Толкачева. Черт побери, я, пожалуй, задержусь. Это интересно. Завтра сибирский Диксилен. Просто завтра сибирский Диксилен. И я, конечно, сейчас вижу, что я благополучно прощелкал 3 дня выступления ансамбля Павла Шарова. Это печально. Вот. Вот здание филармонии, за которым находится тихий дворик. Начало в 19 часов. А сейчас 18.09, черт, целый час. Ну ладно, поброжу где-нибудь. Пошли театральные 15 минут. Публика в ожидании выступления оркестра Толкачева. Вся летняя веранда, в принципе, заполнена. Ну и плюс еще те, кто стоит сбоку, бесплатно слушает. О, начало концерта. Пойдем немножко запишем. Завершает очередной концертный сезон, которым коллектив исполнилось, знаете сколько? 34 года. В следующем году будет 35 лет. И за эти годы оркестр радует, удивляет своих слушателей и, конечно, дарит наслаждение благодаря великолепному исполнению джаза. Я не сомневаюсь, что сегодня здесь собрались ценители, любители джаза. А у меня к вам вопрос. Как же, откуда же все-таки произошло слово джаз? Казалось бы, вопрос очень простой. Но на самом деле, дело в том, что есть несколько версий, ни одна из них точно не доказана. И вроде бы как, раньше слово джаз было жаргонным словом в начале 20 века. В Америке так называли все лихое, все энергичное, причем не только музыку. А уже потом, в конце 1910-х годов, так стали называть популярную модную музыку Южных Штатов Америки. Собственно, что мы сегодня называем джазом. Но все же исполнители, музыканты, любители джаза пытаются как-то сформулировать для себя, что же такое джаз. Кто-то говорит, что это классическая музыка Америки. И да, тут можно согласиться. Потом есть версия, что это слово, которое придумали белые для черных. Тоже да. И как один ребенок спросил, а почему же джаз это джаз? Почему это не рок, почему это не поп, почему это не блюз? Потому что чем он отличается? Свободой, импровизацией, свингом. Джаз – это не репертуар, это не школьные упражнения, это способ мироощущения, мировосприятия, мировоззрения. И, конечно же, джаз – это Дюк Эллингтон, Луи Армстронг, Дизи Гиллеспи, Чарли Паркер и многие-многие другие, в том числе Гленн Миллер, невероятный популяризатор джаза. Ведь его оркестр стал не только самым высокооплачиваемым оркестром в какое-то время, но и самым популярным в конце 30-х, начало 40-х годов. А популярность, невероятную популярность, этот оркестр приобрел за счет своего уникального звучания. Звучание оркестра Гленна Миллера невозможно было спутать с звучанием какого-то другого оркестра. Но также с помощью своего очень хорошего, запоминающегося, яркого репертуара. Собственно, в первой части сегодняшнего вечера для вас будет звучать музыка из репертуара Гленна Миллера. Кстати, оркестр Гленна Миллера был самым популярным танцевальным оркестром, поэтому я напоминаю, что сегодняшний вечер называется «Вечер джазовой танцевальной музыки», поэтому вы сможете танцевать. Ну а я под ваши аплодисменты приглашаю Big Band Владимира Толкачева.
Владимир Толкачев. Ну, положим, мы начнем с увертюры.